Площадь земель лесного фонда Звенигородского лесничества Мособлеса 100 тысяч гектаров. Они разделены на 15 участковых лесничеств, которые расположены в Одинцовском и Русском городских округах. В апреле, в самом начале пожароопасного периода, сотрудники филиала приняли участие в учениях, а сразу по их окончании отправились на настоящий лесной пожар. Огонь удалось остановить и полностью затушить на площади 2,1 гектара. Всего же с начала года на территории Звенигородского лесничества Московской области возникло 6 лесных пожаров на общей площади 10,02 гектара. Средняя площадь одного пожара составила 1,67 гектара. В прошлом году пожаров на территории Звенигородского лесничества было зафиксировано больше. В этом в 3 раза уменьшилась и площадь возгораний. Способствовала этому снежная зима. Растаявший снег увлажнил лесную почву. 5 из 6 лесных пожаров возникли непосредственно на землях лесного фонда, предположительно из-за неосторожного обращения с огнем. Обстоятельства возникновения пожаров устанавливаются отделами надзорной деятельности МЧС по городским округам. Еще один пожар перешел на земли лесничества из полосы отвода РЖД. В отношении компании возбуждено административное дело. Сейчас на территории хозяйства проходят санитарно-оздоровительные мероприятия. В Пионерском участковом лесничестве сплошная санитарная рубка. Здесь специалисты выявили очаг поражения короедом-типографом. После проведения сплошной санитарной рубки в данном месте будет произведена подготовка почвы и дальнейшая посадка лесных культур хвойных пород. Пока санитарная рубка приостановлена, сжигать порубочные остатки нельзя из-за жаркой погоды. За пожарной обстановкой следят с земли, воздуха и даже из космоса, со спутника. В круглосуточном режиме работают камеры видеонаблюдения на вышках сотовой связи. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».